Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Хулдым. И да, я вернулся. Такие решил начать с Шарлотты прохождение наше. И пока мы будем сейчас проходить и будем читать, я по Берику объясню вам ситуацию по причине моего ухода. В этот раз, точнее, почему я опять исчез. Со здоровьем, в том, что я опять свалился с... У меня опять проблемы с легкими. Имеется у меня снова бронхит случился, и я кучу времени провалялся на диване. Вторую часть времени я проработал, просто следил за котами. Их довольно много, и мне нужно за всеми следить, и я по факту тяну весь дом один на себе. Это вот, дополнительно. Так, ну еще проблема именно в том, что да, у нас нам... Из-за котов я частенько не, ну, не высыпаюсь. По этой причине именно у меня, во-первых, мотивация отсутствовала вообще напрочь, потому что чаще всего я был просто полностью невыспанный и вообще убитый. А если уж я убитый, то я сомневаюсь, что у вас будет интерес меня смотреть. Так что это еще одна из причин, почему я отсутствовал. Вот. Я видел, что у нас уже набилось 1000 подписчиков, это очень хорошо, хоть, конечно, я понимаю, что большая часть из них пришла с коротких видеороликов, а не с наших основных. Это отчасти причина, почему я не так прям сильно прям, не так сильно прям радуюсь подписчикам, потому что по факту они пришли с шортсов, чем с основных видеороликов, потому что, ну, такие дела. Мне просто нужно было чем-то заполнить канал. Так, ладно, давайте посмотрим, что леди эти скажут. Мы все-таки сюда зашли, давайте проверим, что. Не могла бы ты столь добрый... Не могла бы ты быть столь добра и принести мне содержимое черной коробки? О, эта леди попросила нас, получается, да? Хорошо, а что с другие скажут? Синие коробки. Ты столь добра, принеси мне содержимое зеленой коробки. Это типа загадка, какая коробка верная? Это кто? Мои самые большие страхи — это мясо и гранаты. Мясо красное, фиалки голубые. У цветов, которые лгут, плохая память. У цветов, у которых лгут, плохая память. Так, подсказки. Это подсказки. Кстати, а у кого мы впервые из леди спросили? Кто из них кто? Вот красные. Первыми. А чё с красненькой говорит? Мои самые большие страхи — это мясо и гранаты. Так, это какая-то странная загадка, но попёрли. Давайте выйдем отсюда. Как отсюда выйти? Есть ли шанс выйти отсюда? Типа да. Есть. Ой, бля. Подожди, а где я? А, теперь я себя вижу. Я наконец-то себя увидел. Ау. Так, короче, ладно, попёрли. Простите, я сначала немножко... Я немножко это самое... Ой, бля. Блин, надо определиться уже, распашиться, блин. Простите, отпиваю кофе, чтобы поддерживать себя в более-менее внятном состоянии. Так, ладно, давайте попробуем. Так, ладно, давайте не будем тупить. Так, смотрим, где они. Так, вот мы. Мы должны к ним-то... Блядь! Я очень тороплюсь, хочу к двери попасть. Вообще, давайте сначала определимся, где дверь. Так, давай просто выйдем на секунду и определимся, где дверь. Тихо, аккуратнее, боюсь просто. Где дверь? Вот, куда нам идти? Я просто не помню, где дверь. Может, попытаться сохраниться? Здесь пересохранились? Блядь!
офига, кстати, начали раздаваться. Знаете что, извиняюсь я за это самое. Давайте я уменьшу звук, потому что они что-то чересчур громкие. Сорян, если бесит звуки громкие. Пусть так будет. Но если что, увеличу. Потом. Просто не хочется... Ой, хорошо, что ушли. Где дверь? Где дверь? Она тут, может? Вот она, дверь. Есть! Ух, выбрались. Так, нас просили принести содержимое черной коробки, верно? Так, давай сохранимся на всякий. Чисто, как говорится, попытка не пытка. Что? Выхода нет. Место изобилия. Дверь не открывается. Воткни иглу в глаз. Эта дверь пялится на меня. Так. Место Гуро. Так, а как мы можем покинуть самое? Нет, да, место счастья мне не надо. Типа у нас нет вообще выхода? Да. Да, сюда не зайти. А это нужно воткнуть иглу в глаз. Да. Давай сюда. Ёпта. Я что-то боюсь этих хреней. Ой, а что такая милая дама тут делает? Я тебе не верю, уходи. Красная леди нас... Блять! Ёб твою мать! Нормально, скримак скровил, блять! У меня громкость-то громкая, бля! Это бесит, бьет по ушам. Все пусто. Что это значит вообще? А что это значит? Еще один взорвал. Что значит гора? Надо убить всех этих тварей, а? Я просто не понимаю, что мы делаем? Я просто без понятия. Извиняюсь, если я туплю, просто, ну извините. Я пытаюсь понять, в чем смысл. Да, на них всех не работает. Касание. Ладно, я не понимаю, в чем смысл, так что трогать это мы просто не... А, нет. Кстати, оно потихоньку, кажись, они все-таки по одному долопаются. Возможно, надо угадать просто, какая последовательность. По убийству. Так что сюда? Извиняюсь, кот был. Нет, ты не умираешь. А вот она умирает.
Не, оно не умирает. Ну давай. Тут он взорваться хочет. Точно остались хоть кто-то, кто не взорвался. Все обтыкиваем, все обтыкиваем, все обтыкиваем. Может кто-то умрет? Блин, я не знаю, зачем я это делаю. Ладно, потом, если что, разберемся. Я не знаю. А где эта красная коробка может быть? Место изобилия. Дверь не открывается. Место счастья. Ай, бля. Просто интересно, а что делать-то? Подожди. Нам просили... Нас же просили про коробку, да? Разве нет? О, подожди. Надо с головой подумать. Блин. Ну, что такое? Место счастья. Войти. Может, я что-то не так сделал, а? Отлично, пробежали насквозь. Синие коробки. Где же? Так. Да ну нафиг, оно реально открылось? Блин, мне просто надо было поболтать, может я кого-то не прожал, твою мать. Так, нам нужно такое содержание черный, содержание красной коробки. А что будет, если я ошибусь? Кстати, погоди. Я просто, мне просто интересно. Да, я хочу выйти. Я люблю, как говорится, я люблю искать Джоу на жопу приключений, так что погнали. Let's go. Давай попробуем черную. Плохая концовка. Лживые цветы. Да. Черная, кто там еще был? Ну дальше погнали. Давайте искать. Да, я просто наугад решил черную взять, потому что... Ну просто решил. Хотя, честно говоря, мне не хотелось ее брать. Красную, я думал, потому что... Если, как я понял, тут такая секрет, что нужно было посмотреть, что говорят цветы, цветочные леди. Самые правдоподобные и нормальные, это... Ну, по моему мнению, это та, что красные цветы просила, это желтая леди. Желтая коробка, давай. Найдена. Вьючурная брошь. Блять, на нас напало мясо. Пока мясо. Так, сохраняемся. Пошли нафиг, лохи. Место счастья, войти. А теперь надо как-то избежать глаз. Ай, бля. Так, давайте вперед, продвигаемся. У нас идет продвижение. Хоть и медленно. Будем прогрызать себе путь, я не знаю. Какой же это, блин, ад сюрреалистичный, блин, пипец. Ну это, блин, круто, это, сука, охрененно. Это охрененно. И я буду с нетерпением ждать. Поскорее пройти бы Шарлотту, чтобы найти еще такую подобную игру. Так, нам надо дать леди. Так, нас просили вот эта леди. Зеленые коробки. Это желтые коробки. Подожди.
черной коробке. Синей коробке. Так, ладно, я получил вычурную брошь. А чего дальше? Все осталось тем. А, надо выбраться. Блять, прям в глаз. Вот сюда проткнуть глаз. Подожди. Вещи. О. Пошли. Так. Может, надо на верной леди использовать. От чего? Так, ладно, секунду, извиняюсь, пацаны. Так, пацаны. Так, пацаны, товарищи, давайте попробуем другую тактику. Если уж наша тактика не сработала, пойдем сюда. Пойдем. Супер. Пошли. Так. Нужно типа все угадать. Так, ну. Блин, а я не сохранился. Надо сохраниться вообще. Пойдем сохранимся. Охранка, погнали. Очередная порция коробок. Так, черную можно. Да, лживые цветы. Окей. Так, ладно, погнали. Загружаемся. Снова пробуем. Так. Подожди, давай, мне надо вспомнить, кто там что говорил. Черная коробка это... Это наёбсик. Так, это наёбсик. Черная коробка наёбсик, я понял. Бля, прям в глаз. Надо понять. Так, заходим. Погнали. Комната счастья. Почему они счастье мы назвали с такими-то монстрами? Ну ладно. Тут вообще ничего счастьем не назовешь. Так, давай. Кто там что сказал? Так ты. Надо принести черные коробки. Ты лжешь. Ты просто принести синие коробки. Синие коробки. Может синюю тогда? Пошли синюю возьмем. Ой, бля, как же по ушам бьет этот звук. Вот так, подуменьшу звук, а то что-то сильно он мне по ушам бьет. Вот
так получше. Так, теперь надо выбраться. Избежать этих глаз. Эти любители, блин, поджидать. Супер. Так, погнали. Ум-то изобилие. Иди сюда. Так, они про синюю коробку говорили. Let's go. Лживые цветы. Так, ну давай попробуем дальше. Я просто хочу перепроверить, почему. По причине того, что, ну, понимаете, я не могу понять, почему ничего не происходит. Тоже лживые цветы. Мы умерли. Так, желтую, черную, синюю попробовали. Или нет, желтую мы не пробовали, да? Зеленый. Да, лживые цветы. Получается, все эти коробки фейковые. И красную мы выбрали правильно. А почему ничего дальше не происходит? Просто странно, я могу понять, что не так. Вещи. Да блин. Почему мы не можем воткнуть? Может, тут надо использовать точно бро? Подожди, может, их не надо взрывать? Что это значит? Я ничего понять не могу. Я ничего не могу понять. Мы просто застряли. Почему? Что не так? Подожди. Сюда, пошли. Что-то не так с этими леди. Я что-то напортачил. Я опять умудрился поломать игру или просто не понимаю, как пройти эту простенькую игрушку. Ну, я могу использовать свою брошку. Да. Вообще ни черта. Наконец-то! Блин, подожди. Ладно. Я передала вещь сточной леди. Боже, спасибо, вот. Ты можешь взять мою старомодную брошь. Она мне больше не нужна.
Я прикрепила брошь к моей ленте. Она испускает слабый свет. Мы можем использовать булавку, которая к ней прикреплена. Да ну нафиг. Да, ну, как говорится, друзья, в этом и смысл. Я тот еще идиот, что мы застряли на таком простеньком моменте. Просто я не на ту девчонку нажал. Просто-напросто. Так, сохраняемся. Погнали. Так, нам нужен этот, с глазом. Воткни мне в глаз. Итак, мы теперь можем использовать иголку. Клочки порву, без надежды проживу и иглу в глаз воткну, если вдруг я обману. Отлично. Глаз кровоточит. Да ну нафиг, мы появились в новом месте. Да ну нафиг, за одну серию так далеко продвинусь. Дверь плотно закрыта. Что это? Внимание, опасайся трехглазый. Использовать булавку. Это что такое? Инструкция. Поместите дружескую единицу, одну штуку в печь для кремации. Нажмите кнопку «Вкл». Войти самой. Просто шучу. И еще одна клише. Сомневаюсь, что будет, что будут добровольцы. Печь для кремации гудит. Ну хотя ладно, это неплохо. Добровольцы на кремацию. Знаешь, давай тут сделаем здесь. Просто потому что хорошего принта я просто не вижу. Давай предскрин. Здесь сделаем предскринчик. Ну просто потому что нормальных вещей я вообще не вижу. Погнали. Ну, будет вот так. Хотя можно и здесь. Потом подумаем. Так, погнали, давайте дальше. Что еще? Вот сюда? Да, погнали. Шарлотта вкалывает в глаз дверь. Дверь открыта. Подожди, а где мы? А вот мы где. Твою же, из-за этой чертовой билиберды я просто не понимаю, где мы. Ой, тут еще этот... чертов красноперый. А, это мы обратно вернулись. Погнали. Давай думать. Похоже, проход открывается, когда на блоке стоит кто-то тяжелый. Так ты говоришь, что один из нас должен остаться здесь? А другой будет искать еще один выход. Верно. Блин. Разделяться, ну это опасно. Вы не должны разделяться. Ну честно, мое мнение. Как говорится, не, я не хочу. Мы и так уже чуть Феликса не потеряли. Его, блин, убило. Мы можем поискать другой выход. Интересно, он вообще есть здесь или это обманка? Я не знаю, но кажись, это обманка. Как думаете? Так, давайте поглядим на время. Кстати, да, пора подводить уже к концу наш ролик. Что-то он затянулся. Да. Он затянулся, давайте вернемся к сохранению и сохранимся на всякий пожарный заранее. Просто на всякий. Ну и на этом завершим наш ролик. Да, сильно я тупил, уж извините, совсем уж отупел за то время. Но, как говорится, в этом отчасти и поделюсь. Потому что, как говорится, если я буду решать все прям очень быстро и легко, это как-то, ну не очень. Мы быстро игру пробежим. Ну а так, остается только подумать. Я подумаю, какое решение принять и все-таки... оставаться или не оставаться, не вставать на эту кнопку. Скорее всего, придется встать, как говорится, тут сильно выбора это и нет. Так что да. Вот. Надеюсь, вам понравилось, и вы рады возвращению. Кто-то вообще ждал возвращения игрового контента на этот канал.
да, теперь я буду как действовать. Я буду снимать видеоролик там где-то, ну, попытаюсь. Я не буду говорить, что прям 100% будут выходить видеоролики прям каждый день. Но я буду стараться теперь делать не по два ролика там за раз, за день, а пытаться просто сделал видеоролик, отмонтировал, выложил, и так каждый день по одной штучке. А из-за их времени они не так долго-то и они не так долго идут. Ну, кроме там максимум Хэнквилла, который, кстати говоря, тоже появится, потому что, блин, мне самому нравится наблюдать в то, в какой ад мы превращаем бедный Хэнквилл. Спасибо всем за просмотр, за 1000 подписчиков тоже спасибо. Добро пожаловать всем тем, кто, кому не только шорты нравится, но и игровой контент. Я рад вас видеть здесь. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на ссылочку на магазинчик хорошего человека, который сделал мне и шапочку, и аватар канала. Ему большое спасибо. С ним можете поговорить. Там у него и скидочки хорошие, и работы, как говорите, неплохие. Как видите, неплохие. Он постарается сделать максимально подходящие для вас работы. Так что дерзайте, если хотите отправиться в плавание по берегам Ютуба. Пока, конечно, его не закрыли окончательно, потому что там опять слухи ходят о его замедлении. Вот. Ну и не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, потому что если вам нравится игровой, именно игровой контент, потому что, ну, как говорится, я хочу, чтобы на моем канале все-таки появлялось больше людей, которым нравится мой основной контент на канале. С вами я, конечно же, не прощаюсь, и скоро увидимся, товарищи.